village. Ну что еще пару слов? Насчет всяких полувиктонных распадов. Их очень много. Мы смотрели внезапные распады. Ну, два слова буквально. Ну, например, какой-нибудь B-мезон, P и виктонную пару. Вместо пи можно взять какой-то другой легкий адрон, например. Значит, что тут интересного, а что плохо? Ну пусть это будет, например, заряженный B. Тут получится вот исходная диаграмма. Получается пара у кварков. С какой-то вероятностью они организуются там при таких энергиях начальных тяги. Очень много можно родить легких адронов. Но если речь идет о конкретном эксклюзивном канале, то это выглядит вот так. Эта пара превращается и ноль. Ну поэтому амплитуда есть в эфирме корень из двух ВВ. Здесь стоит лептонный ток. Ну и все сводится, как всегда, к вычислению адронной части. Мы уже писали общий вид. Здесь будут две структуры. Их можно выбирать по-разному. Например, можно как-то перекомбинировать. О, это передача импульса. Вот это. Это суммарный импульс лептонной пары, он же передача импульса между B и P. Эти картинки схематические, еще раз напоминаю. Вот этот матричный элемент между B и P. Вот этот ток, переход в B. Но тут все сильное взаимодействие сидит. Поэтому сколько угодно лимонов и можно это еще чего. Так что эта картинка символична. Вот формально это выглядит так. Ну, что интересно? Интересно фундаментальные какие-то параметры, типа, например, ВВБ. Но для этого надо адронную часть откуда-то взять. И тогда, если вы ее знаете и померяете это экспериментально, вы можете вытащить, например, ВВБ. Но с адронной частью всегда проблема. Я же говорил в прошлый раз, что если это не легкий адрон, а тяжелый, когда здесь вместо У рождается в основном С-квар, и стоит ВСБ, а здесь, например, будет тогда Д-мезон. Или как
отдать типа этой квартире рассматривается как очень тяжелый, этот фарм-фактор переходит в точке, где лептонная пара вносит разность масс, и тогда Дэвидсон вращается практически в покое, это кончик фазового объема. Тогда этот фарм-фактор равен единице, потому что, ну, обсуждалось уже, да, что с точки зрения легких кварков, которые в мезонах бегают вокруг тяжелых кварков, мгновенно просто перекрашивается слеймер, тяжелый Б превращается в тяжелый С. Но это так же, как в атоме водорода, если у вас, например, тяжелый протон превратится в тяжелое ядро дейтера, состоящее из протона и нейтрона. Масса, например, в два раза изменилась, но ядро осталось на месте. Тогда поправка идет только на приведенную массу. И она очень маленькая, и поэтому амплитуда вероятности того, что, например, боровский электрон, который находился в основном состоянии, он останется в этом же состоянии, а не возбудится. Эта вероятность практически равна единице. Ну вот это аналог. Поэтому для тяжелых мезонов вот есть какие-то хотя бы теоретически надежные предельные точки, где эти фарм-факторы вычисляются в точном приближении, и вопрос сводится к поправкам. Основные поправки идут параметрически, выглядят вот так, по массе С. Это считается маленьким. Тогда это поправки маленькие. Такие же есть поправки по лямбде приходения на массу В, но они, конечно, меньше, чем на массу С. А вот когда мы переходим к легким водородам, тут качественно аналогичная ситуация, но реально теория не помогает из общих соображений что-то надежно получить, потому что этот фарм-фактор, он меряет амплитуду вероятности того, что когда тяжелый Б превратился в легкий У, и тут была, например, ситуация, когда с точки зрения кварковой модели тяжелый B стоит, а легкий U в этой волне находится в связанном состоянии, и они с противоположными спинами образуют псевдоскалярный B-мезон. Здесь качественно то же самое. P-мезон кварковой модели выглядит тоже как S-волна. Два у кварка с противоположными спинами образуется псевдоскаляр, но все легкое. Поэтому этот фарм-фактор меряет амплитуду вероятности того, что когда P вдруг превратился в U, лептоны улетают, не взаимодействуют в основном с кварками. С какой вероятностью эта пара U останется в S-волне и тоже с суммарной спином 0. Но поскольку легкий У уже сильно не похож на тяжелый B, то ясно, что эта вероятность будет заметно меньше единицы. Ну, если вернуться сюда, буквально, вот этот Q, он одновременно есть суммарный импульс лептонной пары. Пусть это будет электрон. Тогда он становится сюда и равен К1 плюс К2. Это импульс электрона. Импульс электрона, действуя на своей спиннере, заменится на массу электрона. Масса электрона маленькая. А вот эти импульсы порядка массы B. Ну, поэтому вклад этого фарм-фактора, ну, вернее, вот этот множитель Q превращается в массу электрона, например, по сравнению с
P1, который масса B-кварка 5 гемов. Поэтому этот вклад очень маленький. Можно пренебречь. Ну, конечно, для того будет намного больше, но нам не нужно выискивать наиболее плохие случаи. Наоборот, надо стараться выискивать такие расклады, где бы по возможности все упрощалось. Поэтому выгоднее рассматривать легких электронов. Тогда это снять дает очень мало. Все сводится к этому форм-фактору. Ну и... Но здесь передача Q квадрат очень широко входит. Q квадрат максимально равно разности масс B минус P. Это почти те же 5 гем остается. Проблема в чем? Экспериментально это меряется. Дифференциальное распределение по Q квадрату. Но всегда в ответ входит произведение вот этого форм-фактора и интересного умножителя VUB. И на эксперименте вы их не можете разделить. Даже если вы померяете в разных точках по Q квадрат, VUB стоит всегда общим множителем. Вы должны хоть в одной точке задать ему численно этот безразмерный форм-фактор. Тогда вы вытащите VUB из экспериментального значения, которое меряет произведение. Ну, конечно, есть куча всяких теоретических приближенных расчетов. Кроме того, на решетке считают численно. И более-менее цифры известны, разумны. Вопрос есть, как всегда, сводится к точности. С какой точностью... С какой точностью мы можем вычислить... Я просто скажу конкретно для примера числа. Вот этот форм-фактор BP, при Q квадрат нули, он где-то там, ну я не знаю, 0,25, 0,28. По сравнению с форм-фактором BT, форм-фактор перехода BD он близок к единице теоретически, надежно, но это не в этой точке, а это точка наоборот максимальный Q квадрат, когда Q равно MP минус MD. Все равно не сильно отличается от единиц. А этот, конечно, намного меньше. Физически этот форм-фактор это есть интеграл перекрытия двух волновых функций. Начального межвольного и конечного межвольного. Чем они более похожи, тем это интеграл перекрытия ближе. Когда у них волновые функции просто одинаковы, это получается интеграл фи сопряженная на фи, это нормировка, будет единица. А чем они более различаются, тем меньше они перекрываются, этот интеграл будет численно меньше и меньше. Поэтому ничего удивительного, что, конечно, демезон ближе и более похож на демезон, в том смысле, что С-кварк достаточно тяжелый, Б-кварк, а пимезон совсем не похож на тяжелый Б-мезон, и поэтому перекрытие тут маленькое, и это число сильно подавлено. Я, пожалуй, ничего об этом больше не буду говорить.
Еще раз только скажу, таких каналов эксклюзивных с рождением легких адронов при распадах бомизонов, их очень много, потому что энергия позволяет много всего родить. Но пользы от этого реально не очень много, то есть можно сказать мало, потому что точность вычисления форм-фактора на сегодня не важна. Сами форм-факторы не представляют какого-то фундаментального интереса. Фундаментальный интерес – это, скажем, ВВБ, например, да? Но проблема всегда выглядит именно так. Надо эти адронные множители, которые входят откуда-то независимо вычислять, и даже если вы сделаете абсолютно точное экспериментальное измерение, все неопределенности сейчас доминируются теоретическими неопределенностями в расчете этих огромных форм-факторов. Чтобы вы с другой стороны представляли, что эти числа, которые тут даны, это вот теоретически разные приближенные расчеты или расчеты там на решетке. Они достаточно хорошо описывают эксперимент. Вопрос не в том, что, например, если я возьму вот какое-то характерное значение, сюда подставлю и сравню с экспериментальным измерением в области, как возраст стремится к нулю, согласие будет достаточно хорошее. Никакой там двойки, речь об этом не идет. В пределах, я не знаю, там 10% может быть согласие хорошее. Но гарантии нет, что вот, мы взяли какое-нибудь, допустим, число 0,26, и оно хорошо подходит к эксперименту. Но эти 0,26 имеют плюс-минус, не очень понятно какой. 0,26 плюс-минус, допустим, 10. Это плохая точность. Вот где проблема. Хорошо. Тогда я поэтому не буду больше особенно говорить об этом. Значит, чем, давайте вспомним, чем хороша была, хорош был пример, когда у нас был распад, бета-распад пиона. Пи минус, пи ноль, электрон, нейтрино. Здесь энерговыделение было очень маленькое, несколько мэг, поскольку это члены одного из мультиплета, и у них разная смазь маленькая. И поэтому Q² было очень маленькое. И мы эти форм-факторы нашли. Этот вообще ничего не давал. А этот входил практически в нуле. Поправка по Q² делить на лямбда Q² было на уровне 10 минус 3 меньше. И все сводилось в вычислении в плюс нуле. В плюс нуле по изотопической симметрии тоже забивался. И поэтому все вычислялось очень надежно. Был настоящий малый параметр, связанный с нарушением изотопической симметрии. Это хороший малый параметр. Вот в таких ситуациях теория надежно что-то может дать. А когда у вас очень сильно отличается начальное и конечное ядро, и никакой приближенной симметрии, которая бы позволяла вычислить эти форм-факторы, хоть в какой-то точке нет, начинаются серьезные проблемы с точностью. Поэтому мы рассмотрим тоже очень кратко еще один пример, аналог вот этого. Когда идет распад между членами одного из мультиплета, но только теперь это будет не мезоны, а барионы. Это бета-распад нейтрона. Исторически он был первым практически, который хорошо экспериментально был изучен. Поэтому как это теперь выглядит? Здесь у нас будет нейтрон. Нейтрон – это 2D-кварка и 1U-кварка. D
Здесь у нас будет протон, который есть У, Д, У, 2У и 1Д. Вот это активная вершина, так сказать. Это переход Д в У. Тут идет виртуальный дубль В, и он дает лептонную пару. А это пассивные два кварка наблюдателя. В мезоне третьей линии не было. В мезоне был кварк, антикварк. А в барионе три штуки. Вот. Ну и пишем тоже амплитуду. Выглядит вот так. Ну и начинаем адронный матричный элемент. Значит, надо написать сначала из общих соображений все, что тут вообще может быть, исходя, например, из лоис симметрии, раз, из сохранения всяких дискретных С, П и Т четности. Еще раз напомню, мы пишем этот адронный матричный элемент при движении чистой КХД. То есть сильное взаимодействие учитывается, и даже, может быть, электромагнитные поправки можно считать учитываются, но с ними отдельный разговор. Но пока что можно сказать учитывается, потому что сильное электромагнитное сохраняют отдельно зарядовую С-симметрию, пространственную П-четность и временную Т-четность. А слабые поправки петлевые, которые нарушают эти дискретные симметрии, пренебрегаются. Они действительно ничтожно маленькие. Поэтому пишется общий вид, исходя из вот этих самых общих свойств вариантности. Лоренц, С, П и Т в один. Отдельно для векторного тока, отдельно для аксиального. Тут идеология обработки всего этого из общих свойств она одинакова. Пишем все, что может быть в ответе, исходя из того, через что у нас в данном примере может выражаться ответ. Есть импульсы, есть спиновые волновые функции начального конечного состояния. И инвариантность по отдельно С, П и Т. Здесь будет намного сложнее, потому что спиноры, когда это были мезоны, это еще бесспиновые, там кроме импульсов ничего не было. А здесь будет, конечно, более громоздко. Но качественно подход такой же. Так, значит, по общим правилам. Здесь должны стоять два спинора. Я их обозначу теми же буквами. Это свободный лоренцовский спинор протон с импульсом P2. И с какой-то поляризацией, хотите, я ее тут как-нибудь вот так обозначу. Но проще ее подразумевать. Так? А здесь стоит свободный начальный спинор нейтрона. Тоже с какой-то поляризацией, если она у вас была. То есть это спиновая волновая функция начального и конечного уклона. А тут будет стоять какая-то штука, которая уже никаких спиноров не содержит, а зависит только от импульса. Вот общая структура. Ее надо написать в общем виде и оставить только те, которые подходят
чтобы Лоренс, левая и правая части, вел себя одинаково по Лоренсу, чтобы процесс отражения был одинаково по всем дискретным симметриям тоже. Ну тут много чего можно написать. Я сейчас начну. Например, пишем гамма мю. F1 куба плюс, ну, например, гамма мю, гамма 5, какой-нибудь F2. Это все факторы будут, они функции у квадрата. Дальше можно написать, например, P1 плюс P2 мю F3 плюс... Большие или маленькие писать? Я сейчас все сотру. Потому что большая часть того, что тут можно написать, она или не подходит по квантовым числам, или не является независимой. Я просто для иллюстрации говорю, что вот я могу тут написать в общем виде, исходя прежде всего из Лоренца, что это должен быть четырехвектор. И этот индекс μ, вот он должен торчать, как он торчит с левой части, как четырехвектор. Тут, значит, много можно написать, поскольку есть импульсы и гамма-матрицы. Но это по Лоренцу. Теперь начинаем вырезать, исходя, например, из подчеркности. Это истинный вектор. Так? Например, спинор с чертой гамма мю. Спинор – это тоже истинный вектор. Поэтому этот подходит. А это псевдовектор. Он уже по подчеркности не подходит. Так? Этот подходит. Ну и так далее. Значит, вырежем много чего, исходя вот из сохранения P, C. Короче, это раз. Теперь из того, что осталось, всякие есть, это же свободные диаметры спину, так? Поэтому, например, P1 есть соотношение между разными структурами с учетом уравнения Дирака. Ну, например, P1 со шляпкой действует на спинор нейтрона, превращается в массу. Ну и отсюда можно получить еще какие-нибудь вещи, например, там все структуры, которые тут можно написать, являются независимыми. Через уравнение Дирака некоторые выражаются одни через другие. В итоге, я тут теперь напишу просто ответ, который получается с учетом всего, что можно. А именно, с учетом уравнения Дирака оставляются только независимые. И чтобы преобразование по отдельно С, П и Т левой части и правой части были одинаковы. Остается на самом деле две структуры, которые стандартно выбираются так. Всего две. Это сигма-матрица, это коммутатор двух гамма-матриц, стандартная сигма-матрица. Так, и теперь аналогично для аксиального псевдовекторного тока. Вместо этого выбирается, по-моему,
Вторая структура вот такая. Еще раз повторяю. Я мог бы, используя уравнение Дирака, вместо вот этой написать такого же типа структуру, как и здесь, а тут еще гамма 5. В общем, но принято вот за базисные, так сказать, независимые структуры использовать вот такие. Важно, что их всего две, там и там. Так, итого четыре формулата. Ну, теперь надо опять смотреть, кто из них что дает в ответ. Опять, вот это Q, это суммарный импульс лептонной пары. Ну и поэтому он точно так же, когда он сворачивается везде, а вот с лептонной скобкой, то получается К1 со шляпкой плюс К2 со шляпкой, и они превращаются в массу этих лептонов. А вот эта структура, она дает порядка единиц. А это превращается в массу лептона и обезразмеривается. То есть видно, что по размерности эти форм-факторы, вот так как они написаны, они разные. Чтобы их подравнять по размерности, можно здесь написать массу лептона. Так вот, этот превратится в массу электрона, и будет член типа массы электрона делить на массу нуклона. А этот порядка единиц. Ну, это 3×3 порядка меньше вклад, как бы у нас и было для дионного распада. Поэтому это очень мало. Это тоже мало. По сравнению с этим, это тоже порядка единицы. Q – это передача импульса. И хотя она не превращается вот в такой виде буквально в массу лептона, она просто сама по себе маленькая. За счет чего идет распад? За счет того, что нейтрон немножко тяжелее протона. Но всего на 1.5 мЭв. На 1.5 мЭв. Потому что это члены одного из изоблетов. Эти 1.5 мЭв уходят на 3 кинетических энергии. И поэтому Q, верхний предел, он меняется от 0 до 1.5 мЭв. Это та же масса лептона, электрона, которая 0.5 мЭв. Особой разницы нет. Поэтому этот член, он тоже кинематический, 10⁻³, а этот порядка единицы. Поэтому с точностью до 10⁻³, вот эти можно просто выбрасывать. По тем же причинам, функция Q квадрат, когда Q не превышает 1.5 мЭва, а безразмеривается на лямбдах и хд, они раскладываются и эти степенные поправки, за счет того, что это не нуль, это 1.5 мЭва делить на 300 мЭв и все квадрат. Когда вы 17 не учитывали, то что есть 2 квартера распад. Вот здесь учитывается все. Потому что это оператор, который превращает D квар, Q квар. А эти операторы, за какие внутренние вот эти кварки они тут будут отцепляться, можно зацепиться за это, можно зацепиться за это. Но это все здесь скрыто. Если вы начинаете это реально вычислять, ну, например, на свободных кварках, да, то тогда ваши нейтронные протоны, это просто будет, например, 3 раза оператор рождения кварка, а рождения D, еще одна.
Ну, пусть у него будет импульс, скажем, Q1, то есть второй D-кварк, пусть это будет импульс Q2 и U-кварк. С импульсом Q3 будет усиливаться. Вот вы родили три кварка, это оператор рождения ультракварка с такими импульсами и с вакуумом. Теперь это все надо умножить на волновую функцию. Q1, Q2, Q3. И заинтегрировать по этим Q. И вот это будет простейшая модель, как построить нейтрон из трех свободных кварков, размазывая их по импульсу. С какой-то волновой функцией. Ну вот теперь в этой модели вы можете живьем вычислять этот матричный элемент, потому что все операторы свободны. Ну и, например, вот это поле, оно содержит оператор уничтожения D-кварков. И он зацепится за один из этих двух операторов рождения D-кварков и даст дельта-функцию. Но будет два вклада, когда он зацепится или за этот, или за этот. Это все здесь есть. Это символическая запись. А все это будет проявляться, сколько там разных зацепок, когда вы начнете это конкретно вычислять. Но мы это не вычисляем конкретно, потому что кварки, к сожалению, не свободны, а сильно взаимодействующие. Поэтому эти все простенькие кварковые модели, они очень примитивны. Так. Да, так вот. Я сейчас пока это выброшу, тоже здесь это 10 минус 3. Дальше, еще раз говорю. Q квадрат. Это что-то типа максимум 1,5 делить, ну, допустим, на 300. И все квадрат. Максимальное значение Q 1,5 V. Лянта КХТ символическая лянта. Обычно тут не 300 V, а скорее в 2 раза больше. Что-нибудь типа массы Робинсона там. Но пусть даже 300. Это меньше, чем 10 минус 4. Совсем маленькое. Поэтому форм-факторы эти можно предложить. 0 плюс степенная поправочка в четвертом порядке очень маленькая. И поэтому реально то же самое для аксиального форм-фактора. Реально нам нужны только F1 0 и G1 0 с точностью до третьего знака после запятой. Это все следствие того, что это, еще раз говорю, члены одного из мультиплетов, и поэтому передача импульса ограничена их разностью масс, и она по определению идет за счет нарушения изотопической симметрии в очень маленьких. В итоге. Это выбрасываем, это заменяем на измерение в нуле, у нас остается две константы из всего хозяйства. Но про эту константу можно сказать то же самое, что мы находили из изотопической симметрии в этом случае. Там была одна структура, аксиальный ток там не работал здесь, а работал только вектор. И вместо этого стояло P1 плюс P2 μ. Спинов не было. Этого не было вообще. Этот был нуль матричный элемент. И для... А тут стоял форм-фактор F+. И для него мы в изотопическом пределе находили, что мы играем в нуле. Это был просто клеп шкуры несли. Здесь это сейчас сделаем аналогично. Это повышающий оператор изотопического тока. Уже об этом говорилось, когда этот пионный распад рассматривали. Так? То есть, если взять его нулевую компоненту, проинтегрировать по объему, то
это их повышающие операторы за спину. Он превращает D-кварк с проекцией за спину минус 1/2, U-кварк с проекцией за спину плюс 1/2. А это в изотопическом пределе состояние с определенным изоспином и проекцией. Это изодумление. Поэтому его матричный элемент мы знаем. Вот здесь напишу. Это выглядит так. Это что касается изотопики, будет вот такой коэффициент. Но кроме того, остается еще примитивистская нормировка этих состояний, которая даст 2 в кубе, 2 энергии и дельта функцию по 2 минус по 1. Стандартная нормировка свободных одночастичных состояний. Если здесь взять нулевую компоненту, проинтегрировать по объему, то мы вот это воспроизведем, так же, как для пиона это делать. Я не знаю, стоит повторять снова или нет. Никакой разницы нет. Это кинематически может быть. Нетривиально является, как и вот это. В данном случае И равно 1/2, а И3, вот это, здесь И3 входит вот начальное, нейтронное, а И3 равно минус 1/2. Поэтому это единица, и это единица, и это все равно единице. А для пионов, у которых изоспин был единица, и проекции были тоже там 0 единица, это давало корень из 2. А теперь вот 2 единицы. Поэтому F1 в нуле равен единице в пределе изотопической симметрии. Это безмодельный результат. Но к нему есть поправки за счет нарушения изотопики. Да. Но это поправки типа процента. И я думаю, что это неоткуда идет. Есть разность масс у Д-кварка, это и нарушает изотопику. Но она будет обезразмериваться лямбда КХТ, и будут поправки до такого порядка. Это несколько МЭФ, и поэтому параметрически это вот такая же вещь, как здесь, только без квадрата. Это будет поправки первого порядка по разности масс. Но это 10 минус 2, естественно. Еще есть какие-то поправки, которые нарушают изотопику, изотопическую симметрию? Это вопрос. Электромагнит. То есть, вот тут где-нибудь можно обменяться фотончиком. И вот будет такая поправочка, она нарушает изотопику и даже и даст поправку типа альфа на пи, что тоже может быть даже 1%, там, скажем. Но это, мы не будем этим заниматься, это надо высчитывать уже, еще раз говорю. Эти поправки маленькие, на уровне процента. Если вы их можете оценить даже с плохой точностью, например, с точностью там, я не знаю, 20%, то так, то все равно вы схватите основную часть эффекта. То есть, если
точности сама поправка члена 1%, а вы его знаете с точностью 20%, то весь ответ вы знаете с точностью 0,2%. Правильно? Ну, это уже неплохо. Намного лучше, чем 1%. Поэтому даже грубая оценка этих поправок, если вы ее в состоянии вычислить, она сильно вам улучшит точность. Вместо 1% будет, по крайней мере, в раз 5 лучше. Ну, поэтому, имея в виду вот эти поправки, и за счет фотона, что они сюда к этой единице дадут маленькие поправочки. Это основные поправочки на уровне 10-2. Остальные поправки, которые мы выкинули, они или 10-4, или 10-3. Вот эти. Кроме того, мы об этих еще сейчас поговорим. Я их выкинул просто для упрощения, но я их могу оставить. И по тем же причинам, вы видите, что поправка по аргументу по квадрату, она совсем ничтожна. Поэтому тут будет тоже F2 в нуле, и это в нуле. Это будет не две функции, а два числа просто добавится. Если я их тоже откуда-то смогу вытащить, то я эти схемы просто живьем учту, и все, это же так все уже кинематика будет. Вся динамика состоит в том, что уровня эти форфакторы. Если вы их откуда-то нашли, а реально вам они нужны только в нуле, а в два числа, то все остальное это же конкретное. Множители, и вы можете все вычислить с ними. Не обязательно их выбрасывать. Другой смысл, что если они совсем маленькие, то нет смысла их и держать. Если вы в каком-то месте выбросили, например, поправки типа 10-3, то надо поправки такого уровня малости выбрасывать везде. Нельзя оставлять в одних местах поправки 10-3, а в других местах их выбрасывать. Будет только хуже, как правило. Точность от этого не улучшится. Так. Поэтому пока что, что у нас получается? Что с точностью, скажем, не хуже процента, вот этот весь матричный элемент сводится к F1 в нуле, которая равна единице. Мы его весь уже знаем. Теперь осталось G1, тоже в нуле его достаточно знать. Эти поправки по букве H очень важны. Вот G1 в нуле уже так просто не получится, он уже аксиальный, поэтому он с операторами из-за спина никак не связан. Он связан в лучшем случае с аксиальным аналогом этого вектора. Если взять нулевую компоненту и проинтегрировать по объему, то это будет оператор повышающий, но не обычного из-за спины, а так, условно говоря, аксиального из-за спины. Это псевдовектор. Так? Короче, вообще говоря, безмодельно всего равно G1 в нуле, вот так же, как мы это нашли для F1, не получится. Так? Но в свое время можно вывести так называемое правило Суматлера, которое вот этот фан-фактор G1 в нуле выражает через интеграл отсечения рассеяния пиона на наклоне. Ну, это сечение интегрируется с определенным весом. Короче, есть специальная связь сейчас между величиной G1 в нуле и интегралом отсечения пиона рассеяния по энергии. Интеграл по энергии. Это отсечение можно измерить как функцию энергии, экспериментально подставить, этот интеграл посчитать и получить число, равное G1 нуле, как бы из эксперимента. Да. Член символ Ли Чифи здесь в аксиальной
сильно. Он не подойдет, попечет. Вернее, вот сюда, да? Ну, там гамотечек надо. Нет. Надо писать или гамотечек, или эпсилон. Да. Потому что они оба псилта. Поэтому сюда можно написать, попробовать член эпсилон, но без гамотечек. Тогда это будет псевдовектор. Три индекса ему можно свернуть. Потому что есть всякие гамматы. Но он не подходит. Пойдем по четвертости он не подходит. Короче, люди, я вам сказал, что люди это все подробно расписывали. Это же делается один раз и навсегда, да? И это вещи чисто почти кинематические. Вы написали все возможные структуры. Ну, например, сюда добавим. Эпсилон, ню, ню, лямбда, сигма, там, P1, ню, P2, лямбда, гамма, сигма. Да? Вот три индекса я свернул, через два импульса и одну гамма-матрицу. Гамма-5 не нужно. И вот эта структура будет стоять здесь, с каким-то своим фарфактором. Но если посмотреть, она... По П-четности подходит, а по С-четности она не подойдет. Поэтому это все вот люди перебрали, и я вам написал ответ. Так. Да, так вот, вот этот... G1 нуле, еще раз повторяю, есть строгое правило суммы. Ну, строгое, я не уверен, тоже может быть. Тут придется говорить про киральную симметрию. В киральном пределе, когда мы тащим массы U и массу D к нулю, это не намного хуже, чем когда мы в изотопическом пределе тащим к нулю разность масс. Вот изотопический предел требует только, чтобы массы были равны друг другу, но они не обязаны быть нулями сами по себе. Лишь бы были равны. А киральный предел требует, чтобы обе были равны нулю. Ну или хотите, чтобы сумма была равна нулю и разность равна нулю. В этом пределе пенезон становится безмассовым. Ну, вернее, все три пенезона. Плюс и минус и ноль. И насколько я помню, вот это правило Сумадлера, которое выражает G1 нуле через интеграл от n рассеяния, оно делается в киральном пределе. То есть там будут поправки, типа сумма масс делить на лямбда. Ну и разность масс делить на лямбда. Или, если хотите, отдельная му на лямбда, отдельная мд на лямбда. Но масса d это где-то 7 мэв. Масса у где-то 4 мэв. Поэтому это все величина одного порядка. Конечно, разность там 3 раза меньше, чем сумма, но он все равно очень маленький, поправочек. Поэтому киральный предел, когда массы у и кварков маленькие, стремя к нулю, он тоже выполняется с хорошей точностью. Ну вот с такой точностью можно из эксперимента, используя это правило сумм, вытащить это число уже 1 нуле. Я сейчас скажу еще один более простой способ. Он тоже, конечно, условный. Мы выразим этот G1 нуле через некоторые вершины, которые тоже надо из эксперимента вытащить. Это вершина взаимодействия пиона с нуклоном.
вытаскивается как число, ну, я имею в виду экспериментально. Из того же надо рассматривать рассеяние течения, течение рассеяния биона на уклоне в пределе низких энергий. Тогда она доминируется вот этой Борновской диаграммой, и тут входит вот эта вершина в квадрате. И если вы в пределе низких энергий измерили течение пен, то вы тем самым измерили эту вершину. При низких энергиях этот уклон почти садится на полюс пропагатора, когда импульс пиона стремится к нулю. Это понятно? Вот тут будет стоять P, тут будет стоять K, а тут будет стоять P плюс K. И этот пропагатор, знаменатель, имеет вид P плюс K квадрат минус M квадрат. Этот уклон на массовой поверхности, поэтому P квадрат съедает массу в квадрате. А K квадрат равен массе пиона в квадрате. Поэтому он выглядит вот так, этот пропагатор. И в пределе. Реально, конечно, я не могу весь световых импульс пиона тащить к нулю, потому что если у него масса не равна нулю, энергия у него не меньше массы. Трех импульс можно тащить к нулю. Ну и, например, в системе, где трех импульс пиона стремится к нулю, или наоборот, в системе проще, реально, где нуклон стоит, как мишень, а пион налетает. Тогда слева импульса нуклона есть только нулевая компонента, равная его массе, а трех импульс вообще его равен нулю. Тогда это есть. Это энергия налетающего пиона, к нулю. Если взять киральный предел формально, то масса Фи стремится к нулю. И К0 для безмассового пиона тоже можно сделать как угодно маленький. И тогда вы практически садитесь на полюс этого наклонного пропагатора. Видно? Вот это все стремится к нулю, Богу. Но тогда эта графика по этой причине доминирует все остальные возможности. Вот такого он полюс. Ну, поэтому, но реально, конечно, вы не можете на эксперименте массу пиона занулить, и поэтому энергия пиона меньше массы не бывает. Но тем не менее, вы можете померить реальное досечение, значит, как функцию энергии пиона налетающую, и потом, померив в каких-то точках, экстраполировать нулю вполне разумным образом. Тем более, что реальная масса пиона действительно маленькая. На масштабе КХД, и вот самый легкий, 140 мл. Тогда как типичные масштабы, обычно, всегда, это даже не лямбда КХД, это масса ромизона, это 700 мл, это 2 лямбда КХД. Короче, мы сейчас то, что называется соотношение Гамбергера-Трейгмана, которое выразит в кигальном пределе вот эту G1 в нуле через величины типа вот этой вершины взаимодействия пиона с нуклоном, константа взаимодействия пиона с нуклоном. Это не маленькая константа, она здоровенная. Это вам не альфа электромагнитная 1,137. Я сейчас боюсь ошибиться, но это константа. Это вот такая. Какой смысл вот этой Борновской диаграмме? Какой смысл, я объясню. Вот такой смысл. Она, кроме этих констант, содержит формально, как угодно, маленький знаменатель, спиральный определитель. Полюс. Этот пропагатор садится
практически на полюсе, он ее поднимает как угодно сильно. По сравнению с этой диаграммой, все другие диаграммы, где у вас там есть дополнительные какие-то двухчастичные промежутки состояния больше, они не полюсают. И поэтому она параметрически доминирует все сечение в пределе нулевых энергий. Так, ну давайте попробуем вывести соотношение Гольдберга-Фрейдмана. Значит, для этого мы не будем это выбрасывать, оставим как оно есть. Еще раз, аксиальный ток. Значит, дивергенция аксиального тока по уравнению КХД, это не приближение, это точно. Это будет МД плюс МУ, а тут будет МД скажем. Это точное уравнение. Еще раз напоминаю, как это делается. Просто блок дифференцирую, но вот этот оператор бесцветный. Он синглет по колору. Поэтому у него производная маленькая. Но когда я начинаю действовать на цветные поля у диакварков, то он превращается в большую ковариантную производную. То есть вот это... Штука равна У, гамма-ю, гамма-пять, дю, это, где это D равно D маленькому, плюс глюон. И вторая, соответственно, будет дю. Но я лучше вот так напишу. Действующие на нее дифференцируют у чертой. Ну а теперь можно использовать точное уравнение Дирака, поскольку это дμ сворачивается с гамма-мю и превращается в d со шляпкой, а d со шляпкой действует на кварк, дает массу кварка. Это точное уравнение. Если подсадите сюда D большое и сюда D большое, то D маленькие, которые ходят сюда и сюда, складываются, а глюон, который ходит сюда и сюда, ходит с разными знаками, сокращается. Поэтому это не приближенное, а точное уравнение. А также по уравнению Дирака получаете вот это. Так, так вот, вот что нам нужно. Что видно отсюда? Что в хиральном пределе, когда обе массы кварка стремим к нулю, это будет ноль, и аксиальный ток тоже сохраняется. Это и есть повышенная хиральная симметрия, что сохраняется не только векторный ток в пределе, когда массы кварка равны. Когда они оба равны нулю, сохраняется и векторный, и аксиальный ток. Поэтому вместо изотопической СУ2 векторной у вас будет... Дополнительная СУ2, аксиальная векторная симметрия, в которой сохраняется три аксиально-векторных тока. Зарядом плюс, зарядом минус и нейтральный. Или вместо нее у векторной генераторы аксиальная векторная, но вместо этого можно взять сумму и разность, и получится левая и правая. Вот такие. Это удобнее. Поэтому это эквивалентно СУ2 левая, но СУ2 правая.
право-право. А это равно лево-лево, минус право-право. Физически, что это означает? Оно означает, что когда я написал, например, это, через лево-право, ну пусть векторный, теперь я могу независимо крутить из-за дублета вот это, поворачивать их между собой, а правые при этом стоят на месте. Это отдельное вот это крутение. И могу отдельно правый дублет крутить. По правой СУ-2, а левой не трогать. Это две независимых становятся симметричными. Ну да, конечно. Еще раз повторяю, смысл очень простой. У вас есть 6 генераторов, 3 векторных, 3 аксиально-векторных, и все сохраняются. У всех дивергенция равна нулю в киральном пределе. Вместо них удобнее взять сумму и разность, и брать левые и правые, вот такие. И тогда у вас будет 6 сохраняющихся, так сказать, генераторов поворота. 3 левых и 3 правых. Это означает, что вот этот левый задублет вы можете крутить этими тремя генераторами левыми. Каждый генератор левый — это вот такой генератор. Берется, ну, например, У, гамма 0, единица минус гамма 5, Д, интеграл по объему. И это будет повышающий левый. Ну, не знаю, как это назвать. L плюс, это плюс повышающий, а L, значит, левый. Вот тут его аналог был И плюс, и за спин повышаешь, чисто вектор, без гамма 5. А этот имеет еще вот такой проектор на левое. И у него есть два братика, сопряженный Т с чертой У, который понижающий, и нейтральный типа У с чертой У, минус D с чертой D на корень из двух, это третий братик из этой третьей. Да, так вот, вот это называется киральная СУ-2 симметрия. Это 6 сохраняющихся такой. Так вот, давайте это используем. А именно, вот этот ток аксиальный. Он не левый, но и вот сохраняется. Если я возьму дивергенцию от этого тока в спиральном пределе, то это равно нулю. И поэтому, а дивергенция по иксу, мы уже говорили, вот этой вещи, это свертка с вектором гумю в правой части. Помните еще? Потому что зависимость от икса, она тривиальна. Это рассуждённая вероятность, здесь стоит Е в степени И QX, или минус И QX. Стоит начальная волновая функция для Е в степени И P1, а конечная сопряжённая Е в степени минус И P2. Что мы назвали Q? P1 минус P2. Ну, тогда здесь стоит плюс И Q. Произведение этих двух плоских волн. Ну, поэтому, когда вы берете d по dx, мю выскакивает q мю. И сворачивается по индексу мю с этой штукой, и это и есть дивергенция. Значит, при умножении на q мю вот это выражение, тут больше ничего нет, должен быть нуль в киральном пределе. Конечно, с учетом нарушений, это будет не нуль, но что-то маленькое пропорционально сумме масс легких кварков. В киральном пределе будет нуль.
я тут все стираю лишнее. И умножаем это все на кубы, приравниваем к нулю. Это уже не получается. Значит, получится P, P2. Здесь мы стоим Q со шляпкой. Q со шляпкой — это P1 со шляпкой минус P2 со шляпкой. Причем это делается при любом по квадрат, не обязательно равно нулю. Нейтронный спинор во что превратится? Вот это, пойдем со шляпкой. Это его личный спинор. В массу нейтрона. А P2, действуя сюда, превратится в массу протона. И получится масса нейтрона минус масса протона. Но в изотопическом пределе хиральный предел включает в себя изотопический. Когда масса У равна массе D, и к тому же обе равны нулю. В изотопическом пределе масса протона равна массе нейтрона, поэтому разность масс равна нулю. И получается, вроде бы, какая-то ерунда. Что вот это сонуляется, и это все равно нулю. И тогда отсюда вроде бы этот фактор равен нулю. Вообще. Хо. А, не правильно. Вот там опять поделим. Тут будет не минус, а плюс. Потому что я лучше сюда напишу. Что-то я смотрю, что-то не то получается. Так вот, тут будет, еще раз напишу, тут будет P1 минус P2 гамма 5, и тут будет гамма 5. Но теперь P1, вернее P2 может действовать на свой спинор. Ему не мешает гамма 5, и он даст минус массу протона. А P1, чтобы подействовал на спинор, ему надо протащиться через гамма 5, он изменит знак. И поэтому они дадут оба с минусом. Только всякие и, нет, и не важно, если там будет. Ну хорошо, значит, на самом деле, вот этот превращается в массу протона, а P1 превращается в минус массу нейтрона. Вот где гамма 5 работает. Поэтому получится минус общая сумма. Получится минус m уклона, она у них одинаковая. Гамма 5 на G1 от Q квадрат. И она не стремится к нулю. Я смотрю, что там. Да, но все вместе равно нулю. В хиральном пределе масса наклона не зануляется. Двойка, да. И мы получаем соотношение между этими двумя факторами в хиральном пределе. А именно. G1 от Q квадрат равно Q квадрат делить на 2 масса наклона в квадрате на G2 от Q квадрат. Ну,
пока от этого особенно не холодно, не жарко. Но про вот этих мы сейчас кое-что определенное сможем сказать. Быстро-быстро. Так, это уже теперь можно стереть. Вот в этом матричном элементе есть такой вклад. Он выделен. Вот это наш аксиал. Это вот этот тор. Так? Он переходит в пи. То есть он у нас заряжен. Пи плюс. Если у него импульс Q, то пи импульс Q. А этот пи дальше дает вершину пены. Это в этом канале. Вот тут я рисовал вот такую диаграмму. Это диаграмма рассеяния. И она была как бы в этом канале. А это Т-канале. Ну, формально это как делается? Я говорю, я здесь могу проложиться полной системой адродов в этом канале между этим оператором тока и нижними обкладками. То есть это получится так. Сумма по n, здесь будет 0, равно n, n. Ну, чтобы было понятнее, я перетащу то ли это сюда в виде античастицы, то ли это сюда в виде античастицы, чтобы они оба торчали, например, у нас как конечные или как начальные, что удобнее, пусть будут начальные. Тогда здесь будет ну, это неудачная буква. N это у нас метро, поэтому пусть будет K. Это я перетащил протон сюда, и он стал антипротоном, сопряженным. Вот он, по сердцу. А сумма по K это сумма по всем адронным формальным состояниям полной базис. То есть я вставил единицу. Могу вставлять единицу куда хочу в любом канале. Так вот, среди этой полной суммы по адронам я написал явно только один член, когда этот адрон равен D+. А тут еще вся остальная куча. Полный набор. Это выделенный вклад. По сравнению с остальными, по той же причине, что вот этот был выделен. Вот этот вклад в пределе, когда импульс Ти стремился к нулю, он полюсил. И это точно так же. Когда куб стремится к нулю, он полюсит. Потому что тут стоит пропагатор Пи, и он дает единицу на куб квадрат минус МП квадрат. Но в керальном пределе МП квадрат равен нулю. И тогда это при кубе растянется к нулю, полюсной вклад, который будет доминировать все остальное, потому что все остальные вклады не полюсят. При кубе стремится к нулю. И этот один будет определять весь матричный элемент. Но давайте напишем, как выглядит этот вклад. Что выглядит так. Вот здесь надо оставить только ти мезон. А все остальное выбрасывает. Он параметрически доминирует. Дает единицу на куб квадрат. Поэтому получится.
А вот это называется как раз вершина пены, которую я, как всегда, перед этим стер. Вот она. Вот это. Значит, как она выглядит? Она выглядит так. Стоят два спинора, естественно. Это спиновая волновая функция протон-нейтрона. А здесь стоит у пимезона спиновая функция равна единице, у него нет спина. А тут стоит что-то по квантовым числам, чтобы это был Лоренц инвариант и сохранял CPET. Тут стоит на самом деле гамма 5 и все. Это Лоренц структура. А вот это число уже безразмерно, оно и называется константой пены с точностью до, может быть, то ли умножить на корень из двух, то ли разделить на корень из двух, то ли вообще не надо ничего делать. Не помню, как она определяется. Это вопрос определения. В том смысле, что, конечно, я это могу назвать просто буквой Ж и все, но мне нужна она как число. А как число, она зависит, но вытянули вы с нее корень из двух или не вытянули. Давайте попробуем не выделять. Просто я не уверен, что вот это же квадрат на 4 пи, где-то которое 16, что это вот это же, а не отличается от нее на корень из двух квадрате вверх или вниз. Вот в чем моя проблема, не помню. Так вот. А вот это подставляем сюда. А это мы знаем. Матричный элемент. Он равен IFP к умену. Где это константы распада пи, он у нас встречался в распаде пи меню. Это он же. И еще, это мы нарисовали вот эту часть. И нижнюю часть. А между ними надо еще поставить пропагатор. Вот это. Итого. Квадрат минус mp квадрат, я его пока держу, mp квадрат. А вот это равно и fp к умену. Вот это, вот все вместе собрано. Вот этот график, обмен одним пионом, вот его явный вид. Он выражается через константу fp и константу и вершину пены. Теперь в киральном пределе массу пиона нужно занулить. Так вот, вот это мы написали, матричный элемент вот это. Без всякой дивергенции, прямо с открытым индексом лю, и он торчит. И видно, что по структуре он вкладывает только сюда. Сюда он не вкладывает. Вот, торчит кумю, видите, одна структура. А гамма-мю, гамма-пять, здесь нет такой структуры, здесь только так. Поэтому пионный вклад дает вклад только в G2-фарфактор, G1 не дает. Физически это просто кинематика, что эта структура означает, что здесь промежуточные состояния, которые идут, они будут иметь полный спинор, полный момент G. А вот эта структура, она включает промежуток стенок со спином единиц. Например, какой-нибудь аксиально-векторный А1 мезон, у которого спин единица, он вкладывает сюда, а
А беспиновый мизон вкладывает только сюда. Ну, пимезон поэтому вкладывает только в G2. И вклад пимезона в фарфактор G2, вот уже у нас готовый есть. Я это сотру. Получится. G2 от Q квадрата. Тут навесим пи. Что это вклад пимезона в этот фарфакт. Он равен. Значит, что у нас там при G2 стоит? Нужно выделить кумю, гамма 5, и будет G2 делить на массу нуклона. Значит, масса нуклона пойдет сюда. Теперь гамма 5 мы выделим. Вот тут одно и. И тут еще одно и. Это будет минус 1. Так. Значит, будет минус 1 на q квадрат кумю. Кумю уйдет в определение, останется 1 на q квадрат fp gpn. Ничего не потерял. Насчет минуса мог перепутать где-нибудь. Может, там не минус, а плюс. Ну, с точностью до этого неохота это долго возиться, ловить знак хуже ничего не бывает. Сейчас, я думаю, не в этом счастье. Так вот, теперь еще раз повторяю. Вы видите, что при q квадрате стремится к нулю, тут полюс. А все остальные вклады, двухчастичные, трехчастичные и так далее, они не полисят. У них максимум только логарифм в двухчастичном вкладе при q квадрате стремится к нулю. Поэтому этот одночастичный вклад параметрически доминирует при q квадрате стремится к нулю весь этот матричный элемент, потому что бьем без массы. Итого, я знаю, как ведется этот фарфактор, гарантированно, но только при q квадрате стремится к нулю, а не при любой q квадрате. Ну давайте здесь будем стремить к нулю. Значит, получим G1 при q квадрате стремится к нулю, но в киральном пределе опять-таки. Есть. Значит, надо подставить G2, умножить на q квадрат и поделить на вот это. Где наш G2? Вот он. Ну, минуса здесь не должно быть. Я его уберу. Это условность на самом деле, потому что на самом деле знак или вообще фаза этой константы, фаза этой константы тоже есть условность. Поэтому загоним это туда. Значит, короче, подставляю. Ку квадрат сократится, видите? Вот этот ку квадрат знаменатель сокращается с этим ку квадратом числителем. Поэтому это регулярный форм-фактор, в нем нет полюса. При ку квадрат стремится к нулю. Что там остается? FP и G вверху, а внизу две массы нуклона. Это безразмерный форм-фактор G1. Размерность FP – это масса. Константа PNN безразмерна. Поэтому по размерности это тоже безразмерно, все с размерностью нормально. Это конкретное число, видите? И если я отдельно эти две константы из эксперимента возьму, эту я возьму из распада к имени 130 мм. А эту из амплитуды рассеяния Бьен при низких энергиях. Так? Тогда я прискажу вот это число и повторяю, какая точность, это называется соотношение Гальбергера-Трейбера. Вот это. Какая точность у него? У него точность
какой точностью работает тиральная судьбанная судьба? То есть, когда мы зануляем массы кварков, это есть предел тиральной симметрии, это точность очень хорошая. Это 2-3% не хуже. Она почти такая же, как точность изотопической векторной симметрии. Когда мы зануляем разность масс, а тут мы зануляем сумму. Поэтому хорошая точность. Ну, теперь можно попробовать просто численно подставить. Вот тут я в бойку могу по памяти ошибиться, но давайте попробуем. Значит, FP, конечно, мы хорошо помним. Это будет в граммах 130 мэг. А GPNN в квадрате на 4π, это то ли 16, то ли в двойку больше, то ли в двойку меньше, то ли так оно и есть. Вот это я не помню. Ну попробую 16. Значит, тогда 4π я поставлю сюда, извлеку корень. Это будет 4 и еще 2, 8 корней из π. Как число. Безразмерно. Ну сколько корень из пи? 1,7, скажем, да? Хорошо. Если это будет 0,13, тут будет 8, тут будет 1,7, тут стоит 2, тут стоит 0,94 гэва масса нуклона. Ну и что это такое? Значит, совсем грубо. 1,7 и двойку сокращу, заменю на единицу, это будет 8 умножить на 13 единиц. Двойка не потерялась. Значит, вот это G1 в нуле, экспериментально измеренное сечение пен рассеяния, оно равно где-то 1.23. А можно еще раз G1 из эксперимента, да? 8 хронистей. Да. Из пен рассеяния я взял, измеряя сечение пен рассеяния в пределе низких энергий. То есть выполняется неплохо. Ну так и должно быть. Это точность тиральная судьба, она хорошая. Для наших целей, для вычисления бета-распада нуклона, за 1 нуле нам достаточно. Но реально, посмотрите, вот этот форм-фактор G2. Пионный вклад реальный. Мы брали в пределе, когда масса пи здесь стремится к нулю, а просто равна нулю. А куб квадрат маленькая, но стремится к нулю с ненулевых значений. Тогда это было вот так, и получили G1 нули. В реальной жизни все наоборот. Масса пи 140 мэв, а q в бета-распаде не больше, чем 1,5 мэв. Поэтому на самом деле пи квадрат реально намного больше, чем q квадрат в бета-распаде. Но это не важно сейчас, потому что нам нужен G1 в нуле. А если я хочу уточнить это место, так я здесь оставлю пи квадрат. Оно же здесь правильно стоит, оно же не с воздуха взялось. Этот пионный вклад все равно остается ведущим, но уже, конечно, точность не параметрическая. В том смысле, что тут рекупора стремящегося к нулю, это было параметрически близко к бесконечности по сравнению с любыми остальными несингулярными членами. А теперь реально выделенность, это будет единица на массу пиона в квадрате. Масса пиона маленькая, но уже, но это число уже, понимаете? Реально. Я уже не могу гарантировать, что какой-то там двухчастичный обмен, который не содержит массу пиона в знаменателе, а содержит массу ромизона, условно говоря, но зато здесь у него стоит коэффициент вместо единицы 15. Ну вот так, откуда-то вдруг получилось. Тогда это число будет сравнимо с единицей на MP квадрат. Понимаете, в чем моральная разница? Или вы параметр имеете, который формально q квадрат можно стащить к нулю как угодно близко, и тогда с ним никто не может конкурировать.
И вы имеете просто маленькое число, масса 940 мл, по сравнению с характерной массой другой 700 мл. Но зато тут можно выскочить несколько раз больше коэффициента, компенсировать, и тогда все угодно. Ни гора, ни гора. Ну хорошо. Но давайте теперь поставим вот это рядом. Он все-таки действительно доминирует этот склад. Так? Вот сюда. Практически бимезон выкладывается. У нас же кукловрат маленький. Поэтому масса бимезона знаменателя все-таки маленькое число. Я это подставлю. И это будет вполне разумный, более-менее основной заведомо вклад под фактор Z2. Где он у нас тут? Ну вот эти я уберу, где минусы. Отдельно надо разбираться. Может тут минусы надо написать в этом месте. Значит, еще раз. Кубе у нас выделилось. Это у нас выделилось. То есть останется у нас FP и NN, а вместо Q квадрата будет стоять Q квадрат минус NP квадрат. Там никаких масс-наклонов больше нет. Это что такое? Это же Z2 я хотел так написать, что ли? Еще одна масса наклона числителя. Тогда она сократит эту. Проверим размер. Вот это безразмерно. И это должно быть безразмерно. Одна масса, вторая безразмерно, две массы. Все правильно. Вот вам, пожалуйста. Основной вклад в фактор Z2, если вы хотите его держать. Но все равно ведь дает очень мало. Потому что вот этот куб превращается в массу электронов. А это будет порядка единиц. А как число, вот это будет FP на G2NN и делить на FP квадрат, реально. Потому что в реальном, в этом распаде Q квадрат очень мал даже по сравнению с MP квадрат. И что? И что это будет за число? Вот тут вместо двух масс уклона будет стоять MP квадрат. MP квадрат это мало. Это 0,14 квадрате 2 сотки. Так. Это сколько? Опять-таки, если сократить вот так и вот так, то тут будет стоять 1/100. Она пойдет сюда, и тут будет 13. Ого! 13 умножить на 8. Это сотня. Это число порядка сотни. Это где-то двойка, это 16 умножить на 0,13, 16 на 0,1, это будет 1,6, и еще на 1,3, это двойка. Двойка делить на 0,2, это сотня. О! Вот это число сотня, обратите внимание. А вот это даст вклад 10-3, который есть масса электрона на массу наклона. Но это 10-3, казалось бы, и будет поправка 10-3, но коэффициент равен сотне. Так что боролись. Так что его лучше удержать, а не выбрасывать. Видите, где скрытое большое число получилось. То есть это уже бимезон очень легкий. И Q квадрат очень маленький. Поэтому этот надо держать, но тут все известно. Вот что главное. Считаю, что эти две константы мы знаем. Это же конкретное выражение.
А вот тоже два, которые вы написали, вы поставили в основу, ну, тоже два, да? Только вместо q квадрат, q квадрат минус mp куда вы написали? Да, да, совершенно верно. А тот q квадрат откуда вы достали? Ой, а тут тоже два. Вот это вот выражение. Вот тут стояло g2. Это же один, да? Это нам не нужно теперь. Вот это соотношение Гальбергера-Тремоли нам не нужно. Мы говорим, вот наше G2. Вот оно. Вот я вот туда и подставил прямо, вот оно. Только оно стояло деревянное на массу наклона. Здесь стояло G2, делить на массу наклона. А ты уже два мы как достали. Вот соотношение. Какое? Ну вот, которое написано. Ну, его как достать. Вот это? Да, да, откуда? Прямо по картинке написали. Вот оно. Написано. Вот оно. Это вершина перехода аксиального тока в пемизон. Вот оно. Она дает FP и импульс. Дальше идет пропагатор пемизона. Вот он. И внизу стоит вершина PNN. Вот она. Вот что написано. И вот это все надо приравнять. Вот тут у нас стояло на этом месте G2 делить на массу наклона. Спиноры. И конопер. Короче. Этот член, как видите, лучше оставить и не выбрасывать. При нем сумасшедший коэффициент получился, порядка сотни, за счет легкого пемизона. Но все равно этот склад где-то в 10 раз меньше, в любом случае. Но 10 это не одна тысяча, одна десятая это не одна тысяча. А вот это же один нуле из вот этого соотношения Гальбергера-Тремоли. Ну, не буквально из этого, тут я не повторял точно, я просто помню ответ, который получен, скорее, справа Суммадлера. Это число, не сильно отличающееся от единицы. F1 нуле равно единице по изотопии. G1 вот так находится, через аксиальный предел, и тогда вы получаете вот это число. Калькулятора нет ни у кого? 88. Я вам столбик, на малом столбик перемножить. Интересно просто. Это 0,94 получилось. Вот это? Да. А вот то, что там мы поставляли, где G2, вот это получилось 88. 88 почти сотни. 0,94? Да. Тогда, наверное, корень из двух я потерял где-то. Если 0,94 умножить на корень из двух, что получится? 1,41. Ну, получится 1,3, наверное, да? Да, 1,3. Ну. Понимаете? Это я по памяти пишу, что тут было g квадратное 4π 16. Может оно 15 было. Это надо взять справочник по этим всем экспериментальным данным. Может быть даже здесь можно найти эту константу PNN. Так вот это соотношение g1 равняется там квадратом 2 mn квадрат. Вот это соотношение получено в хиральном пределе. То есть оно сильно нарушается здесь в реальности. Наоборот. А, что вы называете реальностью? Значит, конечно, вот тут G2 содержит не единицу на q квадрат, а единицу на вот эту штуку. И поэтому в области q квадрат намного меньше mp квадрат, конечно, оно не сингулярное, и, так сказать, все будет не так. Но, понимаете, мы же... Не просто выкинули здесь массу пемизона, заменили на нуль. Мы же дивергенцию аксиального тока тоже занулили. А она дает не нуль, она дает сумму масс кварка умножить на цитоскалерный ток. И поэтому слева будет тоже не нуль.
а будет след пропорционально сумме масс корня. Поэтому поправка будет и слева, и справа. И это совсем уже, ну, другое хозяйство. Но вот эта функция, она гладкая. И поэтому, если вы ее нашли в формальном геральном пределе, а теперь перейдете к реальной массе пимеза на 140, она меняется на 2-3% не больше. Вот эта функция полюсная и резко себя ведет в окрестности малых кубаратов. А это гладко. Нет, да, если там можно оставить кубарат, который порядка моего, и ремонт, который порядка 10-6, что ли? Нет, вот еще раз повторяю. Вот это формально соотношение получено в керальном пределе тули. Когда в левой части дивергенцию 0 взяли, и в правой части масса дивизиона 0. Тогда вот это будет точное соотношение. Но тогда этот будет содержать полюс, единица на куб квадрат. А это гладкая функция, в ней никакого полюса нет, потому что этот единица на куб квадрат сокращается. Ну, понятно, мы и там выходим. Да, я про это говорю. И там будут поправки по отклонению от геральной симметрии. Но нельзя эту поправку выкинуть и считать, что здесь снова нуль, а здесь ее держать и считать, что не нуль. Так нельзя. Поэтому точность этого соотношения, вернее, вот это, ну, ожидаемая точность несколько процентов, не хуже. Но, я повторяю, само число 16, которое я взял для же квадратное 4π, это я по памяти взял, надо посмотреть справочник. Может оно там, во-первых, корень из двух отличается по определению, а во-вторых, может оно и 16, а 15. Но я знаю просто качественно, то есть аккуратно это посмотреть на нормировку, то получается весьма близко к этому. Ну, отклонение маленькое, там я не помню сколько, но вообще. Меньше 10% точно. Поэтому она хорошо работает в отношении Гольдбергера-Трейма. Так. Все на сегодня. Спасибо.